Ай, всем привет, с вами я, Лихач, это 7-я серия «Пути бомжа». Я наконец-таки приехал, отдохнул и набрался сил снимать и выкладывать для вас новые серии «Пути бомжа». Кто, может, забыл, а кто, ну, не забыл, там обязательно потом посмотрите. В прошлой серии я, ну, заработал нормально так денег на перекупе, вообще достаточно, и под конец решил поехать в казино. Ну, может, балбес, дурак, и, в принципе, в этой серии вы увидите, чем это закончилось. Поэтому всем приятного аппетита, кто кушает, и погнали! И как только я добрался до казино, я сразу же приобрел 500 фишек. Ну, сходу такая сумма, ну, вроде нормально. И пошел их проигрывать. Но также забыл сказать то, что эта серия и следующая, ну то есть 8-я, которая будет, это серия, которую я просто не успел выложить. Ну вот я их снял и уехал. И вот, и никак я их выложить не мог. Вот я приехал, и как раз таки эту серию 7-ю вы видите на момент, когда я уже буду делать 8-ю, монтировать и выкладывать. Поэтому я постараюсь это сделать как можно быстрее, чтобы уже начать снимать видео с обновы и их как можно быстрее выложить, чтобы быть на хайпе. Ну, вроде все сказал, и ну, смотрим дальше. И зайдя на 200 тысяч x5, я выкинул 6 и проиграл. И уже на второй ставке, тоже 200 тысяч x5, мне выпало 9, я сначала обрадовался, а потом увидел то, что я проиграл, и расстроился, и пошел докупил еще 400 фишек. И зайдя опять на 200 фишек x5, я опять проиграл. И потом зашел опять, и опять проиграл. И пошел с горем пополам, обменял еще 1000 фишек. Ну, вообще, дурачок. Но, а также хочу напомнить, то, что это мои не последние бабки. У меня еще есть квартира, которая стоит примерно на тот момент 1 000 000. И X5, который я купил как раз-таки перед тем, как поехать в казино. Ну и пойдя играть с последними 1000 фишками, я как-то сделал почти 3000 фишек. Но это было почти 3000 фишек. Я хотел их добить, и чтобы продать, и чтобы вышло 3 миллиона. Но это была роковая ошибка, потому что я все проебал. Ну и понимая, что мне надо найти как-то 2 миллиона очень быстро, ну чтобы, ну, было не так обидно, то что вот я их потерял, и я принял решение поехать купить лицензию. Мне, кстати, повезло то, что был лицензиор, хоть уже было почти 12 ночи. Я купил лицензию и поехал работать на метро. На метро я, кстати, поработал всю ночь и весь следующий день, практически все 24 часа. Я уже очень устал, и, кстати, сумму, которую я заработал, вы сейчас можете прекрасно увидеть. И вот я делал эту последнюю заходку, меня просто кикнуло еще подозрение в читерстве. Я просто взял, выключил компьютер и пошел спать, потому что я уже ничего не соображал, потому что я работал вот реально целый день, практически все 24 часа. Но уже поспав и набравшись силами, я поехал на БУ продавать свой X5. Но на момент записи это была среда, а в среду, как вы уже знаете, происходит завоз в автосалоны. И я хотел словить Mercedes Banana, именно CL63. Потому что в обновлении его, ну, просто обновят, добавят обвес, и на него цена поднимется. Я хотел просто заработать на обнове. Ну, кстати, на момент выхода этого видоса обновление уже вышло, и все уже добавили. Но это я так просто рассказываю, чтобы вы понимали, что происходит. И, наконец-таки, добравшись до БУ-рынка, я загнал свой X5, а на БУ-рынке было только две машины. Мой X5 и Марк 2. Ну и поэтому все люди, которые были на БУ-рынке, налетели на мой X5. И чуть-чуть поторговавшись, я дал X5 за 630 тысяч. Можно было, конечно, продать и дороже, но время поджимало, поэтому я так фастом отдал. Ну, хоть заработал 30 тысяч. И принялся продавать квартиру. Ну и найдя покупателя за 1 миллион 50 тысяч, я ему продал и даже смог навариться. И сразу же отправился в отель, чтобы найти свободный номер, ну, чтобы иметь хоть какое-то жилье, чтобы смог словить Mercedes Banan. К счастью, в отеле был свободный номер, я его словил и отправился с радостью к автосалону.
И к самому слету уже было достаточно много людей. Ну и уже когда было 45 минут, я быстренько зашел на метку, быстренько пролистал, и, как оказалось, CLS просто не завезли. Ну, я сначала подумал, что я вот такой лох, я там вот не успел. Но выйдя с автосалона, я увидел то, что ни одного CLS нету. И понял то, что их просто не завезли. И грустный вышел с игры.